Здравствуйте, девочки, мальчики. Перекусываю немножко тортик. У нас 12 часов. Кто-то рано встает. На YouTube никто не хочет идти. Все боятся. Бедненькие, несчастники. Надо как-то поменять, ракурс, блядь. Вот так, наверное. Камера, блин. Господи, прости. Простите, извините. Это вот так. Ну, пойдет и так. Не, вы чё? Я всё есть не буду. Опять жрёт, блин. Ёперный театр. Опять ем. Опять ем. У меня завтрак. Утренний. Ничего так, нормальненько. Тут хорошее, кстати. Вот я уже половина торта сожрал. Не сильно сладкие. Я немножко поем. Немножко. Можно? Можно? Как говорят, жри, пока дают. Пока возможно. Завтра будет лето. Завтра будет лето. Завтра будет лето, друзья мои. Завтра будет лето, пойдем купаться. Я еще выпью этого чая, лучше попью. Подмести немножко хотя бы. А то тетка-то придет. Я думаю, тетка придет. Надо подмести. Бегала, бегала. Мила, мила. Сейчас подмету. Подмету. Кошмар, кошмар, как ты, Серега, живешь? Надо подметать, хоть как-то, надо подметать каждый божий день. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на. Мне надо земли пойти купить, что у меня эти... Огурчики посади.
все по-простому. Все, как бы сказать, по фэншую. Блогер тоже подлетать умеет. Не то, что там, как некоторые, даже метлу боятся взять. Ой, нет, это как вот как наподобие инстасамки. Та вообще ни хрена ничего не подлетает. Сила, к примеру, на этот, как его, на юнитаз, ей жопу подтерли. И то станет недовольна не так. Правильно говорю, а? Я же верно изъясняю мысль. Белая горячка у меня была. Я к тебе приду. Доктор Айболит. Он под деревом сидит. Он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться. Приходи к нему лечиться. И енотик, и бегемотик, и лисичка, и зайчуешка, и белчонка, и бутылка. Приходи к нему лечиться. Доктор добрый Айболит, который под деревом сидит. Ёперный театр. Он под деревом сидит, да. Я на кухне. А я на кухне-то сижу, и ничего. Да, целый день на кухне, целый день в инста, в Граме, в Ютубе и в других соцсетях. Только и успевай переключать канал. А где он сейчас? Да где? Тут-то, на кухне. Такой вкусный. Я уже не хочу. Вот придет тетка, я его отдам. Да. Он что-то наелся, уже не знаю. На-н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 а. Надо птичка. Надо птичка. Что-то надо. Надо птичка. Белая сестричка. Все, хватит, хватит. Никто не хочет со мной лечиться. Не сестричка. Надо бы, конечно, побриться. А то как-то неудобно, некрасиво. Как одна говорила, некрасиво быть неудобной. Красиво быть не запретишь.
Посуду надо вымыть. Помните, через сколько заходили люди? Ой, я как вспомню, мне... Ко мне заходили в перископ люди. Ой, 400-500. И, блин, сидели. И ничего. Что случилось с людьми? Так. Кофе я уже пить не буду. Однозначно. Я чай попью. Я чаёк попью. Я чаёк попью. Ой, чай попью. Короче, дело очень. Надо сходить. Ой, девочка моя. Давайте я отключусь. Все равно же пока никто не встает рано утром, ранним. Все, короче говоря, либо спят, либо еще что делают. Так что, мил мои, включусь в следующий раз. Любви вам и удачи. Всем пока. Моя дорогая Инстаграм-самка.